нашел проход, а там, не зря я назвал так видеоролик, прямо сейчас я вам покажу, где находится секретное место, Морозищик 5, ну для начала, вам нужно влепить лайкос, без лайка никак, влепи. Я вижу твой лайк, ну, можете заметить, тут есть мод меню киберхакера, а мы можем спокойненько летать, посмотрите. Вау, то есть в любое место, в любое помещение, получается ограничений совершенно нет. Для начала вам покажу, как выглядит полностью игра Морозищик 5 сверху. Посмотрите, мы можем даже летать вот тут, где тут мельница огромная. Спокойненько. У меня есть для вас еще один секретное место. Но для начала покажу первое место, а следующий ролик покажу в следующий раз. Так что лепите лайкос. Без лайков никак. Посмотрите, мы можем даже летать вот тут, где вот мусоркопереработанный завод, так сказать. А что у нас тут в этой двери? А, в этой двери ничего. Надо же, теперь понятно. Теперь место, где заезжает мороженщик и шлагбаум, убрали. Очень интересно, почему? Но, помните, я вам показывал одно время, что тут есть секретная дверь сверху на втором этаже головы мороженщика. Сейчас, если мы подойдем прямо сейчас притык сюда, посмотрите, мы можем увидеть полностью весь завод. Я в шоке. Для этого нам нужно включить... ноуклип, и просто зайдем внутрь. Вау! Тут нас, конечно, ничего не ждет, но выглядит эпично. Просто весь завод на наших ладонях. Это просто фантастика. А, мороженщик, здорово, ну чё, как дела? Чё-то он странный какой-то сегодня. А чё будет, если мы прямо станем вот сюда? Прям в этот фургон. А, пупеть! Посмотри! Морозищик, чё с тобой? Ты чё там мутишь, слышь? А, чуметь! Он тут что-то якобы делает, с комочек ничего. Просто ручками двигает. Совсем сдурел. Вот тут комната, где должны быть наши друзья. Почему их тут нет? Не понял. А, это же пятая часть. Точняк! А у нас вот завал. В завале тоже ничего, да? Вау! Вот это прикол Бенсона. И тут у нас секретная фиолетовая розовая комната, точнее. А, пупеть. Но это не самое важное, друзья. Самое важное, что мы, если выберемся сюда, мы можем подойти вот сюда и пройти тут. Но секретное место находится вообще вон там. Видите, мышкой я показываю? Вон там. А сейчас я покажу для начала. Очень интересный момент. Тут есть мост в Ice Cream 5. Сразу же слышатся эти сверчки. Слышите? Очень круто выглядит и эпично. И тут у нас есть мост. Да, круто сделали. Через мост. А, кстати, если мы в воду упадем, что будет? Ладно, давай мы быстренько в мост зайдем сейчас. Перейдем его. Вот так. И вот так вот выглядит фабрика сбоку. Это просто жесть. Тут мы можем гулять. И тут силы, Иван. Блин, дверь-то закрыта. А я могу посмотреть, что там внутри. А, вы что, самые умные, что ли? И раз. О, пупеть! Так ничего же нет тут внутри. Это же муляж. Просто-напросто. Вот это дом муляж. Когда воспоминания, это не муляж. Как-то странно все, да? Ага. Предлагаю перейти. Ух ты, я слышу сову. Новые озвучки. Предлагаю залезть в воду. И поплаваем. Уу! А, пупеть. В воде ходить можем. А что внутри воды? Сейчас мы глянем. Вау. Внутри воды ничего. Фантастика. Так, теперь мы перейдем сейчас эту воду и прямо зайдем внутрь. Отсюда, кажется, есть лестница. Круто. А вот и мороженщик. А тут ходить можно было, нет так? Кажется, нельзя было, да? А я сломал всю систему или что? Посмотрите, тут есть вход. Не-не-не, кажется, тут можно ходить. Да, прикинь. Вот так вот заходим. Секретные места просто на ваших, друзьяшки, глазах. Здорово, щеглиха. Или щегол. Как делишки? Так, у него что там, в ведре есть вода? Или это муляж тоже? Да, в ведре у него ничего нет. Вау, он просто стоит, ему все равно, да? Прикольно. Так, теперь самое основное, что я хотел вам показать.
Наконец-таки вы дождались этого момента. Мы идем сюда, вот так вот выберемся за пределы. Даже не нужно ничего делать. Не нужно включать читы, там, например, летать где-то, проходить. Просто идем по этой дороге. Есть, получается, канализационная шахта в этой игре. Но она не доделана. Прямо сейчас я стою под ней. И бум! Посмотрите! Какой же секрет секретищий! Вау! И тут все видно просто! Прям максимально! Нижнюю часть, как бы, этого завода. Но это еще не все. Оказывается, можно упасть в эту шахту. Но мы упадем в очень секретное место. Посмотрите снизу. Есть черный квадратик. Если мы туда доберемся, там будет концовка морозильщика. Я в шоке был, прикиньте. Секретное место, просто жесть. Вот так вот это выглядит снаружи, посмотрите. Вау, заводище очень интересный. Так, дверь-то не открыть, да, уже? Хорошо, сейчас я вам покажу, как мы сейчас упадем вниз. Посмотрите, просто садитесь и идете вперед до конца. Хоп. Вау. Погнали! Давай, 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 чувак. Я понимаю, что я могу использовать чит, но оказалось, можно без чита. Так. Хоп, мы на верхней платформе. Посмотрите, сверху выглядит вот так вот. Вау, это просто фабрика огроменная. Так, у нас тут, смотрите, есть темный какой-то квадратик тоже, давай. Пройти могу? Хоп, пройти не могу, да? Ага, все понятно, но мы сделаем вот так. И тут нас ждет вот этот холодильник. Пройти тоже в него нельзя, открыть его нельзя. Я хочу зайти прямо внутрь через ноуклип. Хоп. Так. Вау. Холодильнище. Просто фантастика. Я потерял его. Секунду. Может быть, мы там внутри уже стоим? Как бы это все-таки скрипт? Внутри нас нет, да? А, пупетюшки, просто... Холодильник стоит, это уже хорошо, то, что мы его нашли. Сегодня показал вам секретное место, где находится прямо на улице, во дворе мороженщика. Я думаю, вам залетел этот видеоролик. Но следующий ролик, у меня есть для вас кое-что еще интереснее. Это будет фантастика. Вы будете в шоке, когда это увидите. Посмотрите, а могу сюда зайти? Ну-ка, давай. И раз. Вау. Я как этот маленький шкет могу мыть окна. Прикольно. Так, теперь давай, заберись наверх. Вот так вот. И тут у нас тоже, смотрите, платформа. Ну-ка. Бум. Да, мы можем стоять на платформе. Фантастика. Хотя эта платформа немножко пошатнутная какая-то, да? Мутная. Так. Я предлагаю забраться. Знаете куда? Вот эти мусорные баки. Могу забраться? Ну-ка. Давайте посмотрим. Так. Вау. Вау, вау, вау. Посмотрите. Я прям на мусорном баке. И раз. Вот. Тихо, тихо, тихо. Вот такой видеоролик получился, друзья. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всем хорошего, делайте добро. Не дайте зла, будьте на постиве. Всем пока-пока-пока.